Привет, меня зовут Оля, и я из Маргаритки.ком. И сегодня я расскажу тебе о кардигане для беременных, называется мокка, и пижамке, которая под низом, корица. Эти две позиции представляют украинский бренд «Мамин дом». Посмотрим, как выглядит кардиган. Кардиган пошит на запах. Длина его чуть выше колена. В размере 44 от плеча до низа это 86 сантиметров. Здесь есть такой вот воротничок с отворотом и рукав 3 четверти. Сзади одним полотном очень мягкий кардиган. Состав ткани у этого кардигана 95% хлопка и 5% эластана. Кардиганы есть в размерах от 42 до 50. Этот кардиган пошит в цвет пижаме, которая находится снизу. Сейчас мы на нее посмотрим детальнее. Пижама корица. Состоит из майки и брючек. В майке кормление сделано вот таким вот образом. Внутри есть топ. Вы открываете эти кнопочки и приподнимаете топ, и можете кормить. Состав ткани такой же, 95% хлопка и 5% эластана. За счет этой ткани у вас она будет хорошо тянуться и хорошо назад принимать форму. Поэтому животик, талия здесь немножко расширена специально для живота, и живот влезет до самого последнего срока. Во время беременности, после родов, вы уже будете прекрасно кормить в этой пижаме. Цвет у нее молочный, в мелкий бежевый горошек. Штаники. Штаники сделаны с высокой резинкой. То есть во время беременности вы можете поднимать эту резинку. Уже после рода вы вот так вот ее в два раза свернете и сможете тоже прекрасно носить. Для поддержки штанов, потому что есть такая всеобщая проблема, что с беременных часто слетают штаны. Сделан специальный шнурочек, чтобы еще лучше зафиксировать пижаму. У пижамы есть два кармана, чтобы положить все нужное. Карманы всегда нужны. Это штаники сзади. Такая же резинка, здесь немножко сборочка. Также этот комплект из кардигана и пижамы вы можете дополнить трусиками в цвет. Трусики точно такого цвета, как ваша маечка. Они идут с мягкой, низкой резинкой, поэтому легко можете носить до последнего срока беременности и также уже после родов. Кроме того, кто хочет халатик подлиннее, здесь длина примерно посередину колена, можно вот такой вот взять халат цвет, он не на запах, здесь просто приближенный пояс. И также есть в комплект ночнушка с рукавом коротеньким или ночнушка без рукав. Заходи на маргаритки.ком, подписывайся на наш канал, пока-пока!